Богданчик, а перед началом хотел напомнить тебе, что у меня сейчас проходит конкурс на целых 15 мест. По бюджету там почти 20 миллионов. На трех популярных проектах, на которых мы играем, это Smotro Rage, Dom RP и CCD Planet. Поэтому ссылочку на Телеграм я оставлю в описании. Там есть и все призы, и все условия, и все, что тебе нужно. Желаю удачи. Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server номер 2. Все как всегда. И сегодня мы с вами прикупим уникальную тачку, которую разработчики не хотели добавлять на этот сервер ровно 7 лет, а может даже больше. И наконец-то добавили. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Если брать в общем, то CCD же работает с 2014 года, верно, верно. Свою популярность он начал набирать где-то в году 2015. Поэтому эту тачку не хотели добавлять, получается сколько? 8 лет не хотели добавлять тачку, при том всем, что это легендарная машина, в легендарном кузове, которая пользуется большой популярностью в жизни, в разных видах спорта, но почему-то на сервер ее не добавляли. А добавляли менее популярные модели в игру. Может, это уже догадался, может нет. Мы направляемся к двум автосалонам. Если их не перенесли, их не перенеси. Мне просто не прогружается. И верно, это BMW. А с BMW, я думаю, многие уже догадались, что это за BMW. Это BMW M3 E36. Вот она, кстати, встречает нас. Она еще в кузове купе, не четырехместная. К сожалению, потому что четырехместная мне, если честно, больше заходит. Это еще выходит самое дешевое. А нет, не самое дешевое. Самое дешевое это E30. А нет, подожди. Самое дешевое, реально. Самое дешевое BMW. Даже E34 стоит на 10 тысяч больше, чем E36. 318i 1.8 на бензе. M40 B18, скорее всего, здесь устанавливался. Давайте прикупим, конечно же, черного цвета. Может, потом перекрасим какой-то другой. Давай черный цвет и черная кожа. Прям по стоку. И надеемся на нормальный номер. Пожалуйста. Понял, говно, значит номер мы прикупим. Я не знаю почему, но она реально очень офигенна. И почему не добавляли ни на CCD, ни на другие сервера, это еще останется загадкой. Но на CCD ее наконец-то уже добавили, наконец-то игроки достучались до администраторов. Если брать мод как E36, достаточно много на разных сайтах, можно было скачать. Если вы не шарите, как вообще делают модельки, есть сервера, на которые модельки делают сами разработчики. На CCD вроде как делают сами разработчики. Но был у них грешок, что они брали, просто скачивали модельку с GTA, там, Vice City или с Liberty City сайтов и просто переделывали эту модельку под свой проект. Но если мы возьмем какую-то морковник тут такой, если мы возьмем какой-то Nuba RP, либо Nuba там сервер, который какой-то с бонусом, то там E36 были, но и не на всех, кстати, серверах. Вот, и что мне еще нравится, чем нравится CCD по сравнению с другими проектами, то, что на CCD вечно очень много тюнинга на все автомобили. Переходим к тюнингу. Я думаю сделать его под стандарт M3. Не нужно делать вот эти расширения, потому что это так колхозно выглядит. Я надеюсь, мы хотя бы 1500... Да нет, 500 только диски будут. Ну, 1700 вляжемся хотя бы по внешке, еще покраска, 1400 номер, лям. Ну, 2 ляма мы на E36 сегодня точно потратим. Поэтому выхлопную M3. Детали крыши, кастом спойлер, это что? Ага, это бленда или блянда, как она там называется, хз, диффузор. Ой, нет, пожалуйста, не надо. Фендеры, это тоже вот это, да? Она стоит шире, но вот эти заклепки, это очень некрасиво. Задний бампер, М3. Вот, это уже нравится. Капот, сток Вентус, это что у нас? Это вот эти прорези появляются, да? Нет, не буду колхозить, комплекты. Ой, нет. Вот это я больше всего боялся, что вот такие комплекты будут. Я надеюсь, на таких комплектах мало кто ездит. Так, левая передняя дверь, это М3, настройки колес нормальные. Передние фары, М3 Lens. Ну, AliExpress. Нет, ну AliExpress не будем ставить, я уже не такой колхозник. М3 поставим, номерная рамка. Есть всю жизнь на BMW? Вроде была. Мне кажется, лучше рамки не придумаешь. Буква U. Передние фендеры, так, ой, US еще. А, серьезно, даже поворотники они сделали. И даже разница с европейскими и М3. Охереть. Не, ну вот это прям очень классно. Только почему они, когда фары делали, не сделали с белыми поворотниками? Это тоже для меня загадка остается. А передние фары, да? Ну да, к сожалению. Может, где-то там можно будет переделать. Профиль, передняя правая дверь, М3. Только мы еще передний бампер не поставили. Бац.
M3. А прочие это санруф, это да, это люк, это обязательно. Салон это M3 сиденье, тоже поставим. Там еще появляется М-строчка, вот здесь на ремнях тоже прикольно. Сплиттер, нет, пожалуйста, не надо. SGU тем более. Спойлер, М3. Доктейл, нет, М3. На него еще ставят люди такую, типа, как под Эвик. Спойлер, если найду, представлю, тоже очень классно смотрится. Тормозные диски это позже. Части салона. Black Girl, это что такое? А, это ноздри, конечно же, черные. Фонари. Есть белым? Во, не-не, вот это, во. Так загадка, почему не сделать передние фары с белым поворотником? Это обидно. Так, салон мы поставили, да? Black, да, поставили, шильдики. М3 Black. Давайте М3 просто. Теперь самое главное, это диски. Нормальные диски поставь, да! Я не знаю почему, но этой бэхе подходят просто любые диски. Я вот определился, что это будут бэбосы, только RS вот такие. Либо вот такие стандарты, мне кажется, вот такие лучше LM подойдут сюда. Добавим в корзину. Кстати, а что делать по вот этой ширине, диаметру? У меня же чип даже не стоит. Либо чип сначала ставить. Ладно, давайте тогда плюс-минус как-то подредактируем. Стоит она же недорого, все равно настройка колес. А там уже если что переделаем. Так, 60 тысяч тратим на это. И 400 тысяч тратим еще сверху. Ну, кстати, я правильно сказал, что 500 тысяч мы вложимся. Но мне кажется, уже стиль. И даже тонировать не надо, и красить не надо. Уже выглядит очень красиво. Очень. Кстати, туманки не горят, обидно. Ладно, ну мы же заедем. Кстати, что за прикол? Почему мы заехали в покрасочную камеру и сразу здесь так стало все блестеть, все отражаться? Да. Значит, перламутровую краску. Первый цвет, который я хотел бы сделать, вот это вот такой вот красненький, вишневый, который он пускался с салона, да? Основной цвет, да, цвет блеска, наверное. Ой-ой-ой, вот где-то фиолетовый, вот. Кстати, фиолетовый тоже прикольно смотрится. Может, спойлер снять бы, он что-то не идет сюда. Но я хотел красненький. Цвет дисков это позже. Дополнительный цвет тоже красный. А нет, это салон не то. Основной цвет. Вот, типа, можно вот такое сделать, да? Изумрудный, это первое. Но я бы хотел еще поэкспериментировать над синим. Очень часто их можно, кстати, увидеть в синем цвете. Давайте даже купим, потому что он почему-то не применяется. Берем синий и темно-синий. А здесь наоборот, надо было здесь темно-синий. Или наоборот, подожди. Здесь надо светло-синий, а вот здесь надо темно-синий. Ну, кстати, я что-то с цветом немного не угадал. Что-то еще как-то вот так экспериментирует, но... Еще мне, если честно, больше нравится, только давайте сразу цвет дисков сделаем. Серьезно? Здесь А, нет, все нормально, фух. Можно вот это сделать белым. А основной цвет дисков сделать черным. Я уже испугался, что центра нельзя красить. Во, вот так-то получше, нет? Даже синий сравнится. А что если сделать диски вот такого вот интересного цвета? Подождите. Если диски сделать желтыми, такими золотыми. Где-то я уже такой М3 видел, да? Ну блин, реально стильно выглядит, но нет, мы сделаем с черными. И тонировку, кстати. Стоит делать тонировку или не стоит? Без... Даже, кстати, диски можно побольше сделать. Они какие-то слишком маленькие. Тонировка. Я считаю, что тонировку не надо делать, не знаю. Стал старым, либо мне реально нравятся тачки без тонировки больше. Ну, если легенькую такую даже. Если вот так. Ну, типа вот такую легенькую можно сделать. Стекла притемнены, их даже не видно. Все, пусть так будет. Следующим этапом нашего тюнинга, пацаны, будет чиповочка. Конечно, у меня чипов нет, я там еще переустанавливал, там вряд ли что-то сохранилось. Мы попытаемся сейчас что-то нарыть. Так, пацаны, чиповочку я подправил, теперь тачка грамотно сидит в арочках, сзади прям идеально, спереди тоже. Прям вообще секс, реально. Ой-ой-ой, прям еще на линзах, уф. Что нам осталось? Давайте заедем, ну номер это ясное дело, но давайте заедем, покрутим кейсы. Может, выявим какие-то интересные детали на нее. Я надеюсь... Вообще кейсы недорого стоят? Магазин, двигатели. А, это купить, нет. А, как крутить? Я же давно здесь не был, я уже не помню как. А, блин, там же кнопка сверху большая такая была. Эван, ё-моё. Прокачай свою тачку, давай. 144 тысяч, либо 7 кристаллов. Ну, давайте 7 кристаллов, мне не жалко, в принципе, сколько это. 28, 35, 28, 4 кейса.
Интеркулер фиолетовый, нормально. Говно. Говно. Тормоза нормальные, кстати. То все говно. Ладно, тогда давайте еще за бабки откроем. Сколько? Где-то 3 киса, 432, нормально. Погнали. Свечи. Мотор. Амортизаторы. Ну, говно. Это лучше, чем ничего, поэтому давайте их поставим обратно. Так, пацаны, я изменил ускорение на 61, а максимальная скорость вроде сама изменилась, да? Если я так правильно понимаю. А спорт, это комфорт, он ничего не дает, просто чиповочки разные стоят, да? Да, здесь стандартная, здесь на комфорте у меня самое лучшее стоит. Окей, тогда еще надо залить топливо и поставить номер. Поэтому отправляемся в Лас Вентурас. Ну что, пацаны, мы приехали на ИКХ, и какой же номер сюда можно влепить? Конечно же, 003, либо 036, но, зная CCD, 003 будет стоить дорого, да, потому что там две одинаковые цифры, это 7 миллионов, поэтому будет 036, только с буквами нужно определиться. М-ка, типа, М-ка 036, там, 70, давай пусть 197, все равно занят. Поэтому давайте сделаем E-036, EVN-77. Или на 97 у нас вчера, давай на 90. Вот, и 1 миллион, в принципе, недорого. Вот, и теперь у нас есть своя серия типа Evan, уже которую мы открыли на Чероне, где стоят 3 семерки 97. И теперь E36 на номере 03697. И последнее осталось только залить E85 бензин и замерить, что она там едет и как она там едет. Ну, докатись, ну, пожалуйста. Ну, нет. Ладно, будем с пацаном спавнить тачки. Е85, пожалуйста, мне фуллбак. 29 тысяч, у меня деньги хотя бы есть. Ну да, там 66 тысяч еще осталось. Я надеюсь, она хотя бы 300 поедет, нет? По идее, должна. Ну что, пацаны, топливо залили, чип поставили. Теперь давайте проверим, что она едет. По характеристикам вообще, конечно, это не самые топ характеристики. Это прям говно, по бичу характеристики набрали. Но 300 она должна ехать, давайте раз. А подожди, здесь вообще есть какой-то... Понял? Я думал, может, на CCD есть какая-то имитация этого... Драги? Угу. На GTA 5 есть? Ну, была, по крайней мере, а здесь нет почему-то. Ладно, раз, два, три. 310 едет. Неплохо. Только мы... Сколько мы потратили на данную BMW? 2 ляма? Номер 400. Ну да, где-то 2 ляма. Пацаны, нет лучшего для пацана, который любит тачки, это поехать ее помыть. Даже если пару пылинок только на нее упало, но это залог успеха, пацаны. Это антистресс. Поп-ит спиннер, помните такой? Вот это только в мужском мире. Ямана смотрится офигенно. Не, ну кто скажет, что эта тачка стоит 300 тысяч? Ну, брат, ну куда летишь? Ну, ёпперасота. Оформляем? 5000 накинешь и едем. О, все, свободен. Ну, а у меня, в принципе, на этом все, пацаны. Вот такой вот видос вышел. Если вам не понравился он, посмотрите на мою номерную рамку. Не, ну тачка вышла очень стильно. Напишите в комментарии, была ли у вас E36, или зайдете вы прямо сейчас купите, если вы давно не заходили на CCD. А я думаю, таких много. Выглядит охеренно. Цвет тоже офигенный. Может, потом в синий еще куплю одну и сделаю синюю, либо эту перекрашу, хз. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Участвуйте в конкурсе. Также колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.